Киевский район Донецка накануне вечером был снова обстрелян с позиции украинской армии. В ночь на пятницу артиллерийские удары пришлись по жилым кварталам города. В результате прямых попаданий снарядов украинской армии повреждено 13 домов и административное здание рынка Путиловский. Масштабные разрушения зафиксированы на Партизанском проспекте, улицах Сака и Ванцети, Неделиной и Шафранной. Погибла женщина. Где-то в 9 часу были обстрелы. Хорошо были слышны тут и у меня там по Киевскому, такие сильные. Ну, а она вышла здесь, была. Ну, видно, не успела убежать. На место сразу выехали аварийные бригады для ликвидации последствий обстрела. В последние дни атаки со стороны вооруженных сил Украины усилились. Несмотря на минские договоренности, украинская армия продолжает обстрелы населенных пунктов из крупнокалиберных орудий. При этом страдают мирные жители, в том числе дети. Георгий Морозов, Марина Еремченко, Давид Худжец. Специально для Новороссия ТВ.